Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима с Димом Покемон Серега. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Дима, сегодня будем тебя пугать. Все просили, чтобы я был очень злым аниматроником. Так что готовься, мажь всякие места вазелином, а мы начинаем. Все, погнали, давайте, идите. Только прям так жестко это, не мучайте меня, хорошо? Я сказал, я злой аниматроник. То меня убило все. Это был он. А тебя не было видно. А я был невидимый. А, да? Да, это специальный аниматроник, он когда злится, он может убивать с невидимости. Он придумал фигню на ходу. Придумал какую-то новую часть. Это, Димон, сложность хардец. Аниматроник! Все, закрылся. Ты стучит мне там дверь лом. Дверь ломает. Прикольные звуки издаешь. Привет, кентуха, открывай! Димон, открывай! Есть у тебя чипсы? Не-не-не, иди отсюда. Нету, да, чипсов? То че попрошайка чипсов попросил чуть-чуть? Чуть-чуть, блин. А у тебя есть? А, у него тоже нет. Вытянутыми руками бежит ко мне. Я лунатик, я сплю еще. Так. Реакция. Так, надо вентиляцию как-то проникнуть. А, я тебя вижу, задумался, как это же делать. Так. Не-не, я пошел. Ты как ко мне пролез бошкой своей? Бошкой. Я долблюсь к тебе в дверь. Ты мне наполовину зашел. Серега, где вентиляция есть? Покажи, я хочу залезть тут, к нему. У меня тут целая куча вентиляции в одной комнате. А, у нее только через ноуклип можно, Дима, залезть. Короче. А-а-а! Ко мне пришли! Я вас заметил, что меня сломали там. Никто не ломал тебе ничего. Это я сломал. А, это ты. Ломатель тысячи. Кто это звуки конченые издает? Манту. Терж. Сержок. Да, Серёжно. Мы... Да. Вон, я его вижу. Да кто ломает тебе все, Димон? Он лезет в вентиляцию. Да. Что происходит? Кто сломал мне тут? Кто сломал проход? Кто? Так, срочно закрываемся. Что такое? Что такое? Тут что-то происходит. А что ты доски не ставишь? А у меня таких нет. А, вот. Так, нормально. Так. Нормально. О, кто-то пришел. Ого! Что делать? Димон, очень сложная ночь. Димон, наша какая-то по счету ночь? Это, короче, 27-я ночь. Да, Димас, в RTP-касту Night нету ночей. Ну ты сам выставил такие сложности, что я сделаю? Классно, да, отмазка? Нормально, да. О, я вижу, как ты выставляешь, чтобы к тебе шел кошмар. Что ты сказал? Ты выставил себе, чтобы кошмар шел. Не-не-не. А, ты не выставлял? А, ладно, ты не выставлял. Хорошо, знаешь, что ты себе выставил? Увижу, ты случайно Фокси нажал к себе. Ой, да? Так, идет аниматроник. Просто идет себе, потихоньку проходит. А где ты? Что за говно? Так это вот ты стоишь. Это не он. А кто это? А, это другой челик. Это спрингтрамп. Аниматроники меня потеряли. Так, аниматроники, что, потеряли меня, оказывается, да? А я знаю, где ты. Я тоже понял, даже из Димы. Подожди, этот аниматроник не может его замочить. Чё он за говно тут позакрывал? Димас, я понял, он там сидит, какие-то разады. Где я? Заделал то, что он, видишь? Он в вентиляции сидит на крысу? Да. А я вижу, говном воняет с этой стороны. Значит, где-то тут. Где ты? Да не, я не пролетал нигде. Он вентиляцию закрыл, он в вентиляции сидит где-то.
Да, все будем проверять. Не, там нету, я вам открою секрет. А зачем ты ее заделал? Я это заделал, потому что у меня сзади сбоку Димас нападал на меня. Я знаю, где ты, Димон. Где? Ты пролез через вентиляцию, там есть секретная комната. Ну вот, и смотри, я выглядываю тут. Ах ты! Ах ты, блин, как ты успел! Ну давай, не бойся, я не буду тебя... Блин, подколол, подколол. Да ну как? Я чуть-чуть бы не успел. Не получилось, да? Давай еще раз. А где ты? Я там стою в углу. Ты обманщик. Да как? Голова! Да не, не могу ничего сделать! Да что? Что ты шёшь? Блин, Серега, тяни за жопу меня, я застрял. Тяни, тяни, тяни. Жирный. Да не жирный, я застрял, немножко Винни-Пух. Тащи за руку или за ногу, тащи. О. Тяни пузо. Во, вышел. Так, что, Диман, вы не можете ко мне залезть? Давай с другой стороны подуэлимся. Смотри, кто сейчас пойдет за Димоном покемоном. Давай. О, это очень жесткий. Прощай, Димон. Я только сейчас понял, что я могу двери открывать. Я тоже могу открывать. Снаружи? Смотри, Серега. Я снаружи открываю дверь. Давай, открой. Да, я знаю прикол. У меня есть суперспособность. Хочешь, покажу суперспособность? Проходить сквозь мои двери? Да. Нет. А... Все, Димон. Слышишь? Димон. Слышишь? Нет. Нет. Повернись. Так, это тоже хату закрою. Вот так, да, Серега, ты с ним поступил? Хорошо. Кошмарный. Так, ладно. Опа-на. Еще один тут человечек нарисовался. Сейчас мы его закроем. Есть соль? А если не, найду? Не. А у меня только сахар. Все, давай. Че ты дрожишь-то? Ты мне по голове дверью дал, ты че? Я сейчас... А ну выходи, будем разбираться. А ну выходи, смотри, какой у меня пистолет. Видишь, видишь? Да как? Ног! Фаталити! Серега, прикольно, да? Опа, на Димасом сидит. Пердит. Димас, ты, кстати, такого же взял, как и Серега. Так я не могу ржать. А он ржет мне тут. F нажми. О, точно! А вы, пацаны, вообще ржете. А на пробел там с это Hello говорить. Здрасте. А тут никого нет. А где ты, жлоб? Мочи его, мочи, мочи! Есть! Вот такой они у нас охранник. Сегодня мы его замочили, и он нам не смог ничего сделать. Знаете почему? Потому что вы поставили нам, ребята, лайк. И не забывайте подписываться на Димона Покемона. Ссылочка в описании. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!